Всем привет! Меня зовут Сафина Юлия, и это онлайн-школа рисования Art Dreams. Сегодня мы будем рисовать милейшее создание вот такого забавного слоника сухой пастелью. Нам понадобится совсем немного материалов. Это сама сухая пастель, вот из стандартного вот такого набора. В 24 цвета я взяла всего 3. Черный, белый, серый. Возможно, нам понадобятся еще некоторые цвета, такие как красный, для язычка или для каких-нибудь цветовых акцентов. Но работа, как видите, у нас сегодня монохромная. Поэтому берем бумагу коричневую, теплого оттенка, так как это даст нашей работе теплоту, так не хватающую в нашем скупом выборе цветных мелков. Они совсем не цветные, они у нас монохромные, так как это черный, белый, серый. Ну что, давайте приступим к работе. Мы будем намечать цвет. Давайте лучше серым. Такой приглушенный цвет. Стараемся компоновать в центре, оставляя снизу, сверху и по краям достаточно много места. То есть вот за рубочки для себя можно даже наметить, за которые выходить нельзя. И получается, грубо говоря, квадрат. Не обязательно нам рисовать все туловище. Оно может не попасть. Главное у нас вот эта вот мордашка. Начну я с того, чтобы поместилась вот этот вот хоботочек. Рисую вот эту улиточку. И уже от нее буду плясать. То есть нарисовала, главное, хоботочек. Дальше у нас вот здесь ищем геометрическую фигуру. Все на геометрические фигуры разбиваем. Вот такая вот квадратная форма уха. Далее, там, где у нас закончился кончик носика, мы приводим ось и ведем дальше тоже такое квадратное, даже капелька такое получается, капелькообразное ухо. И у нас вот такая вот фигура получается. Здесь мы разбиваем вот эту вот пополам линию. Это у нас вообще лишнее. Стираем все, что лишнее. И вот здесь у нас вмещается форма головы, которая выходит за хоботок. И вот если там мы доведем вот так пунктиром прямо, то получается, что это капелька. Вот такая, или семечко. Вот наклон я хочу показать вам нашего семечка. То есть вот. И хоботок можно немножко поднять и сделать его не круглым, а более геометрическим. Разбить его на геометрические формы. Теперь мы вот эту ось стираем. Она нам не нужна, это построение. И вот эту улиточку уточняем более геометрическими формами. Вот так вот завинтили. И объем дальше этой улитки также геометрическими формами. Вам будет проще, если вы будете делать все вот такими более грубыми формами. И здесь к кончику носика, и сразу находится глазик немного выше. То есть он даже в центре, вот здесь, в центре головы. Давайте я его отмечу еще беленьким, чтобы он у нас все же
попал, чтобы вы видели акцент на глазике. Дальше я пройдусь белым цветом. Все же больше у нас голова поместится, чем туловище. Ну, если вы хотите сделать туловище, сделайте. Тогда это немножко будет больше времени. Лобик светлый. То есть такие светлые пятнышки поставлю. Вот эта часть улиточки носа. Светлая, растушевываю ее. Светлая боковинка. И здесь светлая уже вот эта часть хобота, верхняя. А там лобик мы размоем и даже добавим немного серого сверху, чтобы выделить вот эту часть хобота. Дальше по щечке. Вот здесь щечка образует вот такую вот часть. Сильно не выбеливаю, размажу. Скулы получаются. Чтобы вы понимали, что это у нас тут такое, я красным цветом намечаю вот здесь язычок. То есть он, смотрите, совпадает, где вот глаз вниз, ну то есть от глаза в сторону левую, и под самым хоботком, вот сюда вот. Это можно размыть пальцем, рядышком серое. Оно стало приглушенное, и вот это можно все размыть. Под глазом размыть, возле глаза все это размыть, растушевать. И получаются теневые участки, вот они вот более, которые вниз спускающие, они у нас стали приглушенные. Каша это пропала. Пока что у нас такое кашеобразное состояние. Так, дальше я растираю хоботок, но уже видится небольшой объем. Если не посвященный человек посмотрит на начальный этап, он скажет, что мы не умеем рисовать. Но все начинается с вот таких примитивных выстраиваний геометрии. Дальше я немного пододвинула белым цветом губу, больше кверху. Нижнюю я, наоборот, стерла. И хочу взять черный для уточнения губы. Дальше подходим, по низу сейчас проходимся хоботом. Все пока делаем более геометрично. Здесь, кстати, обратите внимание, вот лоб, сейчас я его выделю, а хоботок, он как бы выходит, выдается вперед, нежели лоб. Дальше опять по низу. Здесь уже можно по кругу более сглаженно сделать тень под хоботком. Здесь носик его вырисовываем. И вот здесь перед глазом небольшое затемнение. И под глазом тоже небольшое затемнение. Уже что-то появляется. Можно сделать вот такие вот бороздки, морщинки по форме. Но они еще будут у нас растушевываться, поэтому я их вот так вот и растушевываю. И так как они мне чересчур темные, серым, вот так прохожусь. И вы можете несколько раз так пройтись, пока морщинки не станут более реалистичными. Здесь у нас растушевочка внутри носика. Здесь растушевка черная, просто пальцем растушевываю. Особенно вот здесь нижняя часть и левая часть. Полностью под язычок обводим под ним, слева, справа. Такая улыбка получается, улыбка. И к центру глаза движется она. Вот так заканчивается, в общем-то, такая мультяшная улыбочка. И обязательно делаем вот такую вот морщинку
В общем, это то место, откуда растут бивни. Вот, как бы это зуб такой получается тут. Вот. И сразу у нас понятно, откуда хоботок растет. Далее, вот там мы проштриховываем, но не забываем, что там все же видно губу, поэтому серым цветом я ее отмечаю. Далее ножка по форме туда-вниз. Далее вторая ножка растет прямо из-под щеки, вот из шеи вот так вот идет вниз. То есть она имеет непрямую линию и внутрь загибается тоже в сторону языка, прямо вот кончик языка и больше вот туда вот целится. Здесь можно глубоко черным затушевать. Остальное коричневым оставляем. Здесь мы ямочку тоже растушевываем, кусочек не такой яркий. И даем бумаге слиться с коричневым, ну, с черным, образуя такой красивый, теплый, темный оттенок. Далее мы можем растушевать это остатки сладкие. Вот сюда, в сторону уха. И здесь у нас ушко закругляется красивенько. Обратите внимание, височные части до глаза, какое тут большое расстояние. Не выше. На уровне глаз, даже немножко ниже. Мочка уха. Все как у человека, просто тут слоновьи уши. И слегка добавим тень. Сначала сильно, потом растушевка на нет уходит. И пальцем дотушевываем. Далее нам не хватает серого. Серое ушко сверху, мочка. Здесь сильнее всего она здесь светлая. Далее растушевка идет мощная, сливается с бумагой, чтобы потемнела вот эта косточка. Здесь косточка, самая твердая часть уха, здесь самая мягкая, более такое парашютистое ушко. И по кончикам оно самое такое мягонькое. Дальше у нас просто растушевка в бумагу идет. Самая темная получается вот здесь. Здесь, как и с мочком уха, мы немножко заворачиваем. И вот здесь, вот как здесь косточка, так и здесь есть косточка. Вот она, косточка. То есть, вот если вам наметить, вот она, огромная косточка. Вот такая вертикальная. У нас тоже, у людей есть это ребро. Только смотрите, это представьте, вот если бы у него было настоящее ушко, вот такое вот, оно маленькое было бы. Но оно у него слоновье, то есть оно такое парашютик. И здесь надвисает над вот этим ребром, вот этим жестким ребром, которое, кстати, светлым выделяется. А вот то, что вот сюда, это излишек ткани, поэтому он такой темный, так как он завернулся как одеялка, как шторка. Закатился такой, поэтому мы его вот так вот черненьким выделяем, но не сильно. И дальше на нет можно вот так вот свести в разные направления, по форме стараясь ухо двигаться. Растушевка. Растушевка, и даем коричневой бумаге сделать свою работу, красивую, теплую. Красивый теплый тон. Там вот еще можно тоже даже ластиком проработать. Заостренный ластик возьмите, так как здесь я не хочу растушевывать на фон. Я просто уберу ластиком. Вот, кстати, еще один инструмент, который нам пригодится. Ластик. Здесь тоже можно почистить то, что лишнее. Далее, смотрите, сереньким цветом наращиваем складочки. Они еще вот так вот идут волнистообразно. Здесь можно прям по складочкам двигаться. То есть часть складочек затемняем, часть оставляем. И получаются такие красивые драпировки. И начинаем их плавненько
смазывать, двигаясь вверх, и получается плавный такой волнистый переход. Если сильно затемнено, то можно высветлить светлые участки этих складочек и растушевать. Сильно не растушевывайте, вытягивайте складочки. И еще серенький мы пройдемся по центру, где вот эта самая косточка. Вот она, самая светлая косточка. Можно двигаться вертикально, можно по складочкам, добавляя этих морщинок. Он весь такой морщинистый. То есть где-то мы не растушевываем, оставляем именно штрих, где особенно морщинки. Вот здесь мы растушевываем, потому что здесь морщинок нет. Здесь у нас ткань такая, ушная ткань. Вот здесь верхняя часть имеет ребро, довольно светлое. Поэтому мы его высветляем сереньким и растушевываем, не белим. И еще вот здесь светлая часть, ну то есть вот так вот, как бы продолжение ушка вот так вот идет. Легонечко-легонечко, на нет уходим, растушевываем. Вот здесь затемнение небольшое. Я бы не хотела черный взять. И давайте возьмем другой цвет. Можно коричневый, можно... Давайте попробуем разными цветами. Фиолетовый просто с коричневым будет очень красиво сочетаться. Но слишком холодный. Фиолетовый мы попробовали. Коричневый. Довольно светлый оттенок. Здесь надо найти именно нужный коричневый оттенок, но так как у меня всего один коричневый в этом наборе, то я их буду мешать с фиолетовым, добиваюсь более темного оттенка коричневого. Фиолетовый просто хорошо оттеняет, то есть он дополняет, наоборот, даже коричневый. Вот здесь у него светлая мочка, не мочка, а ребро ушка. И вот так плавно коричневый в черный уводим. И получается, благодаря тому, что мы его так на край сдвинули, прямо ребро чувствуется. Так, закрутилось. Прям такой мешочек закрутился. Еще мы серым попробуем вот здесь высветлить. Вот эта косточка. Я двигаюсь вот так вот пирамидкой. Высветляю. И высветляю хорошенечко вот это ребро. Оно прям самое светлое. Растушевываем. Дальше уже идет более темная часть. Коричневый или фиолетовый. Какой-нибудь похожий оттенок, чтобы... Градация получилась от светлого, среднее, темное, самое темное. Понятно, как получается? Переходим. Далее, вот это ушко все погружаю в тень. И коричневым высветляю цвета, которые идут сверху и которые идут не на ребре, а именно уже внутри. Прям штриховка нежненько-нежненько, при том, что хобот все же темнее. Растушевываю. И чтобы было еще больше тень видно, можно пройтись красиво
по форме ушка. Здесь не надо так темно делать. Коричневым с фиолетовым высветлила. И растушевываем черный, чтобы он был более нежненький. Не бросался в глаза. Серым цветом можно высветлить верхнюю часть ребра. Вот здесь особенно прям чувствуете, что там как бы такая вот косточка кругленькая получается. Далее сереньким двинемся немножко по левой части. Попробуем затемнить. Но так как у нас не затемняется, черный я не хочу добавлять сюда. Я беру ластик и ластиком вытемняю тень. Потому что бумага у нас коричневая, и коричневый проявляется благодаря ластику. Возле хобота обязательно я это сделаю. Тогда хобот, смотрите, как себя проявляет. Видите? Рисую ластиком. Можно так морщинки попрорисовывать. Смотря как у вас заточен ластик. Где еще можно ластиком поработать? Ну, например, вот здесь. Плашечкой кладу ластик. Вот здесь. Там растушевываю, чтобы был более плавный переход. И здесь растушевываю тоже плавный переход. Хочу сделать. Можно вообще обобщить все это ушко вот так вот. Одним движением. Здесь ластиком поработаю. Потому что здесь самая темная часть, и вот здесь. То есть нам даже черный особо не пригождается. Здесь я хочу сделать растушевку пальцем. Растушевать черный. Вниз немного его спустить. Над глазиком идет светлая часть, поэтому я беру серый. Делаю такой мешочек, надбровную такую дугу кругленькую. И она идет вот так виском к уху. Дальше поворот делаю по складочкам. И эти складочки оставляю уже. То есть эти штрихи оставляю, имитируя складки. Далее можно пройтись штриховкой, вырисовывая вот эту косточку. А здесь уже нету складочек, поэтому я растушевываю. Складочки есть еще на щечке. Вроде такой весь сморщенный. Такой малыш, а уже весь такой в складочках. Ну, вот такое вот интересное существо. Складочки ластиком прорисовала. Не увлекайтесь, в основном делайте их где-то в более сбористых местах. То есть, вот, например, вот здесь, где шея встречается с туловищем, как бы мы вот так соединяем. Объединяющие складки, они тут хорошую функцию несут. И вот здесь складки по форме улыбки. Можно еще добавить фиолетовые складочки. Здесь особенно затемнить. Далее ластиком поработаем, чтобы затемнить вот этот участок над улыбкой. И двигаясь к глазу, чтобы было темнее. Темнее и растушевываем, чтобы немножечко объединить. Далее, смотрите. Вот здесь белым цветом скулы
самый светлый. Можно кое-где складочки добавить. Над глаз мы обходим как бы вот таким вот ромбиком. И сама складочка над глазиком. Вот здесь улыбочка. Может быть, над язычком. И небольшие блики складочки посередине хоботочка. Далее складочки в этом месте. Можно обобщить их краям. Вот здесь мы высветляем. Здесь мы хоботочек высветляем. Верхнюю часть. Плавно растушевываем окончание края. Здесь вот ребро можно наметить даже такими точечками, потому что от них идут вот эти складки. Дальше я белый заменю на серый, чтобы не так было светло. Немножечко выделю губку и под губой. Давайте даже попробуем ластиком сначала. Всегда перед тем, как взять черный, возможно, есть вариант посветлее сделать, избежать черного. Ну ладно, черный здесь все равно нужен. Без него никак. Вначале тень более сильненькая. Коричневый добавлю. Серый, серый, серый. Вот в таком движении, обратите внимание, по форме ноги, как пошла нога вот туда заворачивается. Так я здесь сделала штриховку. А здесь штриховка уже другая. Она вот такая. Поворот в эту сторону. То есть вот так. Благодаря этому мы имитируем мышцы под кожей. И из этого возникает эффект хорошего такого движения. Реалистичного движения. Не просто срисовывания, а движения. Поэтому очень важно, какое направление вы задаете при рисовании. Вот здесь, например, уже вот так поворот идет. Здесь у нас шея, поэтому мы идем вот так. Здесь получается больше уже вот так. И по форме возле уха закручиваем как бы вот так вот куполом к спинке. И там сама спинка. Спинка уже как по спине. И дальше спинка заворачивается опять внутрь. И мы вот так вот туда и заворачиваем. То есть можно вообще все одним цветом, одной линией вот так наметить. Вот по форме ноги. Она у нас вот такая. И там складочки черным. Складочки. Складочки. Как бы вот в уголочек мы загоняем. И заворачиваем ножку. Вот здесь ножка уже вот так выходит. И ее немного обобщаем вот так вот. Обобщаем. Там хвостик. Здесь можно добавить попы. Можно добавить разных цветов и затушевать тени. Вся вот эта задняя часть погружается в такую тень. Вся передняя часть. Вот здесь, кстати, вот по кругу, так что можно прямо вот так по кругу локоток ему сделать. Здесь вот так, а потом обязательно подчеркнуть вертикально. Здесь уже диагонально. То есть посмотрите, сколько направлений.
чувствуем, прям как под эти волокна мышц двигаются. И за счет этого вам будет удобнее рисовать складки, не срисовывая прямо каждую складочку мельчайшую, а по знанию направлений мышц, по знанию анатомии, вам будет легко самим додумывать направление, задавать верное направление. К низу сделаю вот так вот волокна, то есть как бы вот туннелем вот таким вот, туннельчиком таким вот. Здесь коленка, и вот она как раз у нас и появилась, вот такая вот коленочка. Там дальше у нас уже под коленку идет волокна. Ну, в общем-то, у него мышцы, то есть вот эти вот складки, кожа вот эта, она прямо идеально задает движение. Если вы будете немного улавливать движение вот этих вот направлений, то есть эти складочки не просто так, а потому что на важных стратегических местах, ну то есть на линиях сгиба, они задают направление. Так, где можно обобщить? Можно обобщить здесь, по левой стороне. Немного добавить ластика по форме или обобщающим. Оставляя край более светленьким, потому что там рефлекс. Вот здесь особая тень горлышки, поэтому я здесь ее обобщаю с черным. Поделаем так несколько раз. Здесь смажем. Здесь смажем, то есть вот по нашим линиям складочек двигаемся и смазываем в том же направлении. Но не все, оставляем вот эти вот складки некоторой штриховкой. Здесь самая светлая бликующая часть, такой треугольничек белым. Остальное на нет уходит, то есть мы смазываем. Можем даже немного задать черный, чтобы как при смазывании образовался более темный серый. И уже получается хороший эскиз слоненка, такого всего неповоротливого и толстенького. Можно еще бликов добавить вот здесь на локоточек. Прямо таким кусочечком немного растушуем. Вниз уже идет тень. Хотите, дорисуйте ножки. Немножко добавим. Добавим немножечко светлых зон на вот эти складочки. Здесь можно прям штрихами, не растушевывая. И, в общем, у нас уже все готово. Все. Я думаю, что при желании вы можете сделать его прям совсем реалистичным. Дорисовать еще подробнее, больше полутеней, рефлексов. И он будет прямо как на фотографии, такой, как на референсе, реалистичный. Но я хочу сделать именно вот такой вот именно эскизный вариант. И показать вам, в общем-то, как быстро делаются зарисовки животных. Тем более, если вы будете рисовать с натуры, то никто вас не будет ждать, пока вы прорисуете каждую складочку, каждый элемент. Учитесь делать эскизы, скетчи, и все у вас получится. Количество всегда переходит в качество. Я желаю вам удачи, присылайте свои результаты, и до новых встреч!